Різновидів алергії існує безліч. Ми продовжуємо говорити про таку страшну хворобу, яка спіткала майже увесь світ. І ми будемо дізнаватися, який же саме вид алергії існує у вас. Ми знаємо, що є дуже багато різних методів, аби дізнатися про усе це більш конкретно для кожної людини, аби полегшити собі життя. Так? Саме з цим питанням будемо звертатись до Павла Набоки, завідувача клініку діагностичної лабораторії, лікаря-бактеріолога. Дуже рада бачити вас, пане Павло. Справді, алергії, і ми запросили вас з цією темою, щоб розібратися. І розібратися точно. Зараз, на сьогоднішній день, існує декілька видів, як можна дізнатися, яка ж саме у вас алергія. Але тоді, коли зараз вже гостра ситуація у людини, наприклад, і вона страждає на алергію досить активно, то чи можна саме в цей період дізнаватися і визначати, що ж саме існує і на що страждаєте саме ви? Добрий день. Да, действительно, тема заболеваний, связанных с аллергическими реакциями, она достаточно сложная, и уже много десятилетий в медицине выделено отдельное направление, прям вот целое отдельное направление медицинской науки, которое называется аллергология. Есть врачи-специалисты, которые глубоко разбираются в этой теме, врачи-аллергологи. Потому что типов реакции организма на проникновение в человеческий организм различных веществ, которые мы называем аллергенами, очень много. Да? Кто-то может вообще не замечать, а аллергия все-таки протекает. Это так называемая бессимптомная сенсибилизация, когда, собственно, аллергическая реакция уже запущена, но никаких клинических проявлений нет. У кого-то это может проявляться в легких формах в виде раздражения слизистых оболочек, а у кого-то это может быть вызывать тяжелые состояния и даже жизнеугрожающие состояния. Такие заболевания, как отек Квинки, анафилактический шок, это у всех на слуху, это то, что, в общем-то, напрямую связано с аллергическими реакциями и напрямую угрожает жизни человека. Конечно, аллергенов невероятное множество. Теоретически аллергическую реакцию у человека может вызвать, ну, по сути, любое вещество, которое является чужеродным, в общем-то, и попадает так или иначе в организм. Вот в связи с этим все аллергены и, соответственно, и аллергические болезни, да, заболевания условно разделены на несколько групп. То есть аллерген в организм может попадать путем вдыхания, да, когда мы вдыхаем, в общем-то, аллерген. Это так называемые, условно, респираторные аллергены. Это наиболее часто встречающаяся форма аллергии, аллергической болезни, да, заболеваний, наиболее часто встречающаяся форма аллергенов. Кроме этого, аллерген может попадать через желудочно-кишечный тракт, то есть с пищей. Это категория пищевых аллергенов. И также есть, в общем-то, группа лекарственных аллергенов. Да? Это, собственно, те препараты, которые вводятся разным способом в организм человека, да, и тоже могут вызывать аллергию. И есть еще отдельная группа, выделенная профессиональных аллергенов. Это то, в общем-то, что связано с производством, с производственным процессом и может вызывать профессиональное заболевание в виде профессиональной аллергии. Соответственно, и методы выявления диагностики аллергенов немножко, аллергии немножко разные. Но ключевую роль здесь играет, конечно, опыт и знания, квалификация врача-аллерголога. Потому что даже сбор истории болезни, сбор жалоб, правильный сбор жалоб пациента, это уже половина диагноза. То есть фактически врач уже сможет ориентироваться, куда ему двигаться дальше, просто опросив и внимательно выслушав пациента. Далее на помощь идут дополнительные методы исследования. Вот как раз категория дополнительных методов исследования, к ним относятся в том числе и методы лабораторной диагностики аллергии. Здесь не стоит на месте наука, и, в общем-то, каждый год мы получаем какие-то новые тесты, новые исследования, новые направления. Невероятное количество. Прогрессивнее, так? Вони совершенно всі. Верно. Угу. Почему? Потому что тема аллергии очень актуальна для человечества в целом. Да? Пане Павло, ну справді людина ще досі не змогла позбутися повністю алергії. І так виходить, що дуже довгим є лікування. Тобто там, ну, протягом 2, 3, 5, навіть бувають такі випадки, коли ще більше людина лікується від самої алергії. І це дуже складним є. Так, вона змушена
і дієти дотримуватись, і вести інший спосіб життя. Тобто те, що людині не подобається і їй некомфортно в таких умовах жити, але врешті-решт вона приходить до того результату, і все одно вона протягом життя наступного вона повинна жити не так комфортно, як би їй хотілося. Чи зараз, якщо ми вже говоримо про такі новітні методи діагностики, можливо, є і новітні методи лікування, чи знаєте ви щось про це? Да, совершенно верно. Аллергологія – это очень тесная связь диагностики и лечения. Дело в том, что для того, чтобы, если уже врач-аллерголог принимает решение о назначении пациенту специфического лечения, так называемой терапии, направленной на полную, скажем так, излечение от аллергии, то нужно очень четко и правильно определить те аллергены, на которые реагирует иммунная система человека. На сегодняшний день этим вопросом занимается в том числе и лабораторная диагностика. Да, потому что аллерген мы можем определить двумя методами. Это либо кожные пробы в различной модификации, но у кожных проб есть достаточно большое количество ограничений и нюансов. Да? Их нельзя проводить в период обострения. Угу. Далеко не каждый аллерген определяется кожной пробой. Возможны ложноположительные реакции, возможно, ложноотрицательные реакции. Конечно, кожные пробы использовать нужно, и их используют, но вторая группа тестов – это лабораторная диагностика, когда мы можем по исследованию крови определить вот те самые специфические антитела, которые в ответ на проникновение аллергена выработались в организме человека. И уже по этим специфическим антителам мы можем четко определить, на какой аллерген произошла вот эта, собственно, сенсибилизация, то есть выработались антитела. Угу. То есть у человека развилась или, может быть, разовьется аллергическая реакция. Пане Павло, ну, я, знаете, хотела с самого початку разобраться, дізнатися, и справді хочется запитати у профессионалов, фахівців. Якщо вже людина не сприймає, якщо її імунна система так захищається вже, що не сприймає той чи інший алерген, то, можливо, це і непогано, що так працює добре иммунная система, а мы, выходит, ее блокируем. В какой-то степени да. Действительно, мы вот процесс лечения, специфического лечения аллергических заболеваний, он предполагает блокировку вот тех иммунных реакций, которые, к сожалению, для нашего организма не являются полезными. То есть иммунитет, собственно, действует, вот в том числе активированной аллергией, он действует против собственного же организма. Это, можно сказать, в кавычках, агрессия собственной иммунной системы против собственных же тканей. Да? Угу. И иногда эта агрессия может приобретать очень тяжелые формы. Например, классическая форма заболевания с аллергическим компонентом – это бронхиальная астма, да? Когда идет атака, собственно, на органы дыхания, да? И, в общем-то, достаточно тяжелое заболевание. И все это связано как раз-таки с активацией иммунной системы. И единственный способ лечения – это подействовать точечно, избирательно на вот эти очаги, вот эти вот звенья иммунной системы, немножко их успокоить, да, немножко снизить их активность, и таким образом человек будет себя чувствовать намного легче, вплоть до полного выздоровления. Но, в общем-то, это грубое, вернее, даже очень тонкое вмешательство в иммунную систему человека. Взагалі кажуть, що імунна система дуже складна і ще досі не досліджена так, як хотілося б. Тому якраз ми не можемо розібратися з цим питанням досконало, так як справді, знаєте, на 100%, як то кажуть. І чим менше ми починаємо ось так, як ви сказали, вмішуватися в роботу імунної системи. Так, так, працювати активно з нею. Я би так сказала. То тим краще, нібито, для імунної системи. Чи правда це? Чи може потім, через деякий час, коли ми заблокуємо, наприклад, нашу систему, через деякий час людина, коли їй треба буде вже активність імунної системи, а вона не зможе працювати так, як треба? От в цьому і заключається мастерство, да, от квалификация доктора, который будет заниматься лечением аллергологической патологии, чтобы подействовать конкретно на вот это звено иммунной системы и не затрагивать все остальное. Потому что если мы грубо будем подавлять иммунные реакции в организме, да, конечно, с аллергией станет легче, но подавление иммунитета привлечет к тому, что мы получим дефицит, иммунодефицит, да, и, собственно, активацию, в том числе и инфекционной патологии. И мы, в общем-то, можем получить инфекционные осложнения в виде вот таких вот вторичных осложнений. Поэтому здесь очень тонкая, такая вот скрупулезная и очень длительная работа, потому что это не делается за один раз, да, не за один там курс или за один день. Не за один рік, но можно так, грубо, если сказать. Но я хочу акцентировать внимание, что наиболее правильным
если это возможным решением для вообще людей, которые страдают аллергией, является изоляция от аллергенов. Да? То есть для того, чтобы понимать, что у тебя, там, у конкретного человека, есть аллерген, есть аллергия на конкретное вещество, на конкретное субстрат, нужно, в общем-то, максимально избегать контактов. Настолько это возможно, да, и применять все методы, которые позволят исключить вот развитие реакции, развитие чувствительности. А вот здесь как раз важно, чтобы все-таки провести правильную диагностику и четко определить. Если мы говорим, например, за аллергены, которые наиболее активные, в общем-то, наиболее чаще вызывают заболевания аллергические, то вот на сегодняшний день определено больше 2000 различных веществ природного или даже синтетического происхождения, которые могут вызвать в той или иной степени аллергическую реакцию. И, в общем-то, вот как раз диагностика построена на том, чтобы определить, на какое конкретное вещество, собственно, может произойти вот эта аллергическая реакція, развитие чувствительности, такой збой в імунній системі. Ви знаєте, справді, кожного року більше людей страждають на алергії, навіть діти. І це дуже для нас погана ситуація. Ми кожного року спостерігаємо і не знаємо, що робити. Чому так стається з кожним роком? Чи проводились такі дослідження і чи є відповідь? Да, вы абсолютно правы, потому что рост заболеваемости аллергологической патологии динамичный, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Факторов, наверное, много, но выделяют два основных, те, которые наиболее важные. Первое – это все-таки генетическая предрасположенность. Да, это факт, это есть, да, собственно. И вероятность – это не является стопроцентным фактом, что у детей, родителей, которые страдают аллергией, будет тоже аллергия. Но это есть уже предрасположенность. И второй очень важный факт – это наша экология. Посмотрите вокруг, потому что все, что происходит, вот, ну, в частности, в нашей стране, в нашем городе, это, в общем-то, мало можно там назвать, да, что это мы живем там, в экологически безопасном окружающей среде, это действует негативно на иммунную систему, действует отрицательно на состояние тех же слизистых оболочек, нарушаются барьеры слизистых оболочек. Фактически это улучшает проницаемость слизистых оболочек, и таким образом аллерген легче попадает в организм, происходит легче вот это развитие этих реакций. Вот эти два основных фактора – это генетическая предрасположенность и экология. Ну, собственно, в экологию можно отнести и образ жизни, и питание, да, но однозначно здесь. Это вот то, что, в общем-то, стимулирует развитие этой группы заболеваний. А скажіть, будь ласка, пане Павло, чи є варіанти повного зцілення людей від алергії? Чи є методи лікування, які допомагають повністю виправити ситуацію? Чи який відсоток людей із усіх тих, хто захворів? Чи є у вас такі дані, якими ви можете поділитись? По поводу лечения. Здесь вопрос, конечно, сложный. Да? И в любом случае лечение аллергии, оно может быть либо симптоматическим, то есть то, что называется для того, чтобы быстро и экстренно снять симптомы аллергии, облегчить состояние человека вот на сегодняшний день. И вторая группа – это лечение уже такое более комплексное, которое позволяет избавиться от аллергии либо на очень длительный промежуток времени, либо навсегда, да, вот, ну, в общем, на всю жизнь. Здесь, опять же, такое лечение есть. Оно применяется эффективно, в том числе и в нашей стране, но для этого должны быть особые показания, особые условия состояния пациента на момент назначения этого лечения. И что очень важно, четко определенные факторы. То есть вот эти самые аллергены, против которых, собственно, будет проведена специфическая терапия. И таким образом мы можем пациента перевести либо в состояние очень длительной ремиссии, много лет человек не будет страдать от аллергии, либо вплоть до полного выздоровления. Но очень важно, что даже в таком состоянии, вот, даже вот в этом, в этот период человек должен помнить, знать о том, что у него есть предрасположенность и, в общем-то, к аллергическим заболеваниям, и вести, в общем-то, правильный образ жизни, исключить какие-то продукты питания, исключить влияние каких-то аллергических факторов и так далее. Очень часто лечением аллергии, повторюсь, да, является исключение аллергологического компонента. Ну, например, если у человека есть проявление аллергии,
И врач-аллерголог предполагает, что это все-таки аллергия, да, в общем-то, а не что-либо иное, потому что есть очень много заболеваний, которые похожі по клінічним проявленням, по симптомам на аллергію. Так, ми говорили сьогодні так з лікарем і справді дізналися, що може бути просто безліч тих варіантів. Невероятно много. І от якраз опит врача, його знання дозволяють пойти по правильному руслу. Тобто, якщо доктор предполагає, що це на самом деле аллергія, і він обнаруживает вот тот компонент, который вызывает вот эту, собственно, реакцию иммунной системы, то все тут зависит, смотря на что, собственно, реакция. Да, если мы выявим, что это аллергеном, собственно, являются вещи, которые, ну, субстраты, да, вещества, которые мы можем удалить из жизни этого человека, убрать полностью и прекратить с ними контакт, то, собственно, это является основное лечение. Тобто можна не лікуватися, но я маю на увазі медикаментозно, совершенно а верно. Просто переїхати в іншу місцевість, і все, і ви не будете страждати на алергію. Как вариант, но здесь, смотрите, здесь можно переехать в другую местность, это сложный процесс, но я знаю людей, которые точно принимают иногда и такие решения, да, но есть огромное количество аллергенов, которые окружают нас в быту. Это продукты жизнедеятельности, например, домашних животных. Это аллергены животного происхождения. Они окружают нас, если мы, например, у нас в доме живут какие-то домашние животные. Это могут быть птицы домашние, кошки, собаки, домашние грызуны, все что угодно. То есть, если есть вот это влияние, необходимо вот принять для себя решение, да, что единственным вот правильным будет убрать этот аллерген из своего дома. И, собственно, дальше это будет основным этапом лечения, который может быть практически там, на 100% эффективно. То есть важно определить, на что аллергическая реакция. Конечно, гораздо сложнее, если это аллергены растительного происхождения, например, та же пыльца, это один из амброзия, самых... Амброзия, например, зараз вот уже цветет, так? Активно. Да, совершенно и верно. Вот буквально мы сейчас находимся на пороге, еще активного цветения амброзии нет, но вот-вот оно начнется. И судя по ситуации, все мы видим ситуацию, да, как у нас развивается распространение амброзии в городе, в черте города, за пределами города, в общем-то везде. Это то инвазивное растение, которое массово заселяет все пустыри и все, в общем-то, места, где другой растительности нету. И, в общем-то, задача государства, наверное, да, все-таки принимать более активное участие в борьбе с вот такими инвазивными растениями. А кроме амброзии, есть еще масса других растений, которые сейчас активно начнут цвести. И мы вот попадем вот в эту ситуацию обострения полинозов, да, то есть это аллергических реакций на... Ваши рекомендации – ехать из места? Так? Ну, це те, що було б найпростіше, якби людям це вдавалося, так? Але ж є ситуації, коли людина в місті працює чи там займається якимись справами і нема можливості. Точно, совершенно найбільш ефективним, да, рішенням ізбавити себе від контакту з алергеном. Да? Якщо є доказана алергія на пыльцу амброзии или любого другого растения, да, то наиболее эффективным способом является переезд в местность, где, в общем-то, этой пыльцы либо минимальная концентрация, либо ее нет вообще. Мы прекрасно понимаем, что физически организовать это достаточно сложно. Да. Поэтому здесь, опять же, работа с врачом, со специалистом, который сможет порекомендовать комплекс мероприятий, в том числе и медицинских, которые позволят профилактически подготовиться к сезону аллергии, подготовить свой организм. Но из общих мероприятий, конечно же, нужно минимизировать контакт с аллергеном, по крайней мере, при нахождении у себя дома, на работе, на предприятии. Это банальная влажная уборка, банальное увлажнение воздуха, это, в общем-то, в помещении. Это все способствует тому, что слизистые оболочки становятся... Промывать низ частично. Совершенно верно, да. Промывать слизистые оболочки, то есть это делает наш организм более устойчивым к контакту к аллергену, в борьбе с которым мы, в принципе, наверное, никогда не победим, хотя это большой вопрос. Да, если бы мы, да, если бы мы правильно, вот в нашей стране правильно была организована борьба, например, с сорными вот этими инвазивными растениями, то, возможно, мы бы и забыли бы про аллергию на амброзию. Будемо сподіватися, пане Павло, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми багато поговорили про алергію, але це дуже потрібно зараз, необхідно кожному, бо на сьогоднішній день ми знаємо, що багато людей страждає від проявів і алергічних особливо. Тому дуже дякую вам, дякую за ці поради, рекомендації. Сподіваюся, що люди будуть прислухатися і робити усе так, щоб бути здоровими. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Дякую.